картошка, печенька, мия, чипуньк, малек, амочка, пупок, карась! А где карась? Мы-то его только сейчас ждем. Вы скажите мне, пожалуйста, а вы вообще видели, сколько сейчас время? Вы видели? Вот посмотрите на время и скажите, сколько сейчас время, а? Посмотрите. Время троллить Катю! Вот какое сейчас время! Она буквально через пару минут зайдет на сервер! Мне написал то, что мы сейчас будем ролик записывать, Катя до сих пор еще здесь нет! А карась! Карась же ответственный за вот эти, за продажи в магазине! Карась же вот это притворяется жителями и говорит вот это... А сейчас его здесь нет! Если карася здесь не будет в течение одной минуты, троллинг провален окончательно! Так, ладно, у нас с вами нет времени ждать, сейчас мне нужна замена карасю. Кто сможет сделать так, как делает карась, а? Тут мне нужен тот человек, который... Так, картошка, ты первая, скажи, пожалуйста, быстро, сейчас у нас, короче, будет вот это кастинг на роль продавца. А ну давай, картошка, быстро. Ну скучненько, видно, что она стесняется. Так, печенька, ты следующая, давай. Ну, карася, наверное, никто из вас не переплюнет. Мия, ну попробуй ты давай. Вот это мне нравится. А ну давай прям от души так. Вот это неплохо. Так, чипунька, ну давай ты следующий. Ну, он прям похоже делает, ты прям пародировать умеешь так. Чипунь к змеи пока что в лидерах. А ну, малек, ты давай. Вот это тоже неплохо. Слушайте, я даже не знаю. Так, Амочка, а ну давай ты попробуй разочек скажи. Так, ну а и ты, Пупок, последний давай. Так, у нас нет времени столько думать, Катя уже будет так. Иди сюда, Пупок, иди сюда, Пупок, иди сюда, малек, иди сюда, Чипунька. Ну быстро давай подойдите сюда. Вы в финале. Каждый сейчас берет и по очереди говорит, чтобы я определился. Давай, начинает Чипуньк, потом сразу же малек, потом Чипунь, потом малек. А ну давайте быстро. Это сложно, честно вам говорю. Так, ладно, Чипуньк, ты уже озвучивал свадьбу, когда мы с Катей типа женились. Малек, быстро за зельем невидимости, и вы все остальные на вагонетки и поехали в деревню. Все остальные делают вид, то, что они что-то покупают в этом магазине, чтобы надурить Катю. А ты, малек, выпивай зелье и прикидывайся жителем. Давай, отправляйтесь! Быстро, рассаживайтесь по этим вагонеткам, ну там две вагонетки пустые едут. Побежали, у кого нет вагонеток, пешком, давайте. Эх, карась, вчера прошел отбор на продавца, сегодня на запись не явился. Ладно, в любом случае, сейчас зайдет Катя, надо подготовиться, запудрить ей голову и отправиться в деревню. А что будет в этой деревне... Никто пока не знает. А я не понял, а ты вообще где, а? Я тебе по всему городу еще нам серию записывать надо. Может, ты объявишься уже, а? Это ты мне говоришь, что нам серию надо записывать? Да я тебя уже здесь сижу-пержу, жду 10 минут. Так где ты, скажи, а? Так ты наверх посмотри, ну я здесь тебя жду, вот, здорово! Ёпрс, это спускайся давай, мне тебе еще показать кое-что надо. Это тебе мне надо кое-что показать, это мне тебе надо кое-что показать. Тут такое в Майнкрафте произошло, ты даже не представляешь. А ты скажи мне вообще, пожалуйста, а где ты была все это время? Я ей полчаса назад сказал, что нам серию надо записывать, ты только сейчас зашла. А, нет, вот это вот уже секретная информация, я ее, к сожалению, сказать не могу. Поэтому все, давай за мной быстренько. Я тебе сейчас такое покажу, побежали быстрее за мной. Там вообще просто мечта всей моей жизни стоит, это постройка всех моих дней. Ты офигеешь, когда ее увидишь. Подожди со своей постройкой. Проблема в том, что мне тоже тебе кое-что надо показать. Я тоже тебе кое-что подготовил, но это кое-что находится в нашей деревне. Поэтому давай мы сначала туда отправимся, а потом твою постройку посмотрим. Не-не-не, моя важнее намного. Ты посмотри, ты просто глянь на это, ну. Чё? Вантус!
Изумрудный вантус! Вот он, прям перед тобой стоит! Это я построила! Так я его видел уже! Я его видел! Я заходил, смотрел на этот вантус, офигевал, думал, какая дуримонда потратила столько много алмазов и столько много изумрудов на такую бесполезную фигню, а это ты, оказывается! Ну да, кто же еще это мог быть? Не, ну красиво, красиво, я не спорю, но бессмысленно. Это ты бесполезный, а это украшает наш город. К тому же это очень концептуально и апокрифично, и очень модернизировано. Кого?! Это корова, ёпрст, это что ты хотел мне там показать, вообще не понимаю. Так, я тебе хотела кое-что показать, но для того, чтобы тебе кое-что показать, надо, чтобы ты сломала весь свой вантус. Прямо сейчас. Ты думаешь, я тебе поверю? Это вот такая многоходовочка, да, чтобы, типа, я здесь все разрушила, и ты освободил это место, да? Подойди сюда. Подойди, еще ближе, подойди сюда. Подойди, ну? Еще ближе сюда, подойди ко а мне. Что? Подойди сюда. Короче, вышла же новая версия Minecraft 1.16.3. Ну, уже давно, но все же, мы только сейчас обновились. Ты это знала? Опять обновление? Это что, это опять в ад, что ли, переться? Нет. Да какой ад? Да нет, подожди. Короче, я тебе приготовил подарок на твой день рождения. И не важно то, что у тебя день рождения в феврале, я тебе сейчас в сентябре уже подготовил подарок. А в феврале тогда, получается, я ничего не получу? Ну, получается, да. Я так не играю, нет. Это не аргумент, не убедил. Короче, сразу к сути. У нас в деревне появился новый магазин. Я словил транспортную компанию и закрыл ее в клетке. Он продает самые редкие красители, предметы и все, что понадобится тебе для того, чтобы развивать дальше свой бизнес одежды. В новой... Подожди. В новой версии Майнкрафта появились новые красители, если ты не знала. Светящиеся розовые красители. Они светятся. Все, ни слова больше. Так я ж все изумруды ты потратила на эту постройку. Мне с ним даже торговаться-то получается не с чем. Ну, купить же на что-то надо. Ну так поэтому я тебе говорю, то что ломай вот эти изумрудные блоки, переделывай их обратно в обычные изумруды. Ты же хочешь потратить изумруды на новые редкие красители? Новая версия же Майнкрафта вышла, ты даже не знала. Ни слова больше, сейчас все ломаю, и мы отправляемся в деревню. Прям немедленно. А что там, правда, красители градиентные, что ли, бывают? И градиентные, и светящиеся, и розовые, и розо-перламутро-пурпурные переливающие. А ты не знала то, что в новой версии такое появилось? Но только я тебе сразу скажу, их получить очень тяжело. Нужно потратить много изумрудов, но я знаю то, что ты на все пойдешь, чтобы их заполучить, да? Конечно, это же новая коллекция, это новая одежда, это новый виток в развитии моего бизнеса. Пошли скорее, что ты стоишь? Ну тогда соизвольте запердохать свою сракостанцию в нашу чудесную лодочку и отправляемся с тобой в деревню. Так, ну все, садись, ты же рулить будешь. И поплыли. Давай, но только с тебя песенка прямо сейчас, хорошо? Так это надо песенку какую-то про бизнес, про деньги. Какая есть песня про бизнес и деньги? А я откуда знаю? Твой бизнес, значит, ты бери и пой песенку. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, посадим что-то там в лодку и поплывем на дачу. Короче, я не знаю, какая есть песня про бизнес и деньги, я просто уже хочу это заполучить. Там в конце не на дачу мы поедем, а вроде мы купим себе тапки. А, вот, бабки, да. Бабки купят себе тапки, что-то такое. Точно, прямо оно так и звучит. Я вот, когда впервые увидел вот этот вот магазин, я сразу же сказал подписчикам, то, что как только Катя его тоже увидит, она ахнет и охнет. Поэтому, Кать, сейчас твоя задача — это реально ахнуть и охнуть. Так, все, заходи сюда внутрь быстренько. Можешь развернуться, пока можешь идти спиной. Я тебе скажу, когда поворачиваться и смотреть на него. Давай. А за что вообще такие сюрпризы-то в этом Майнкрафте происходят, а? Налево, 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 вот сюда на меня. Вот сюда на меня. Еще, еще. И стой! Стой! Куда? Стой, стой, ой, стой! Ой. Стой, куда ты? Куда? За что? Ту сторону. Отойди вот туда, отойди вот туда. Вот так. Так. А тут уже очередь, кстати, в магаз образовалась. Все, ты можешь разворачиваться, давай. Какая очередь, погоди, ты че... Офигеть. А кто это вообще тут это сделал? А вы что здесь выстроились? Что происходит?
Вот и я офигеваю, что происходит. Ты посмотри, какой успешный, наверное, магазин. То, что здесь очередь. Слушай, наркоманы Петровича даже здесь в магаз сейчас будут обращаться. Там вот эта транспортная компания, если ты не знала. Так, ну учитывая что, то, что здесь очередь, тебе надо в очередь стать. У меня VIP по персона, можно меня вперед, пожалуйста? Какая ты VIP персона? Кто это решил? Тут все одинаковые, становись в очередь, давай, в самый конец. Надеюсь, ну пипец. Пипец, надеюсь, что сейчас очередь начнет хотя бы продвигаться. Так, все, можете все заходить, заходите, заходите, начинайте торговаться, давай, Мия. Они там сейчас все скупят. Да не скупят они ничего, у Т-транспортной компании дофигище просто. Ты смотри, что он ей дал, смотри. Красители розовые! Ну и все, их там больше не осталось. Да, все поди забрала. Ничего она не забрала. Так, давайте, остальные, заходите, заходите, заходите. По очереди, по очереди. Так, Амочка зашла, печенька, ты тоже можешь заходить. Ну там мне оставьте-то что-нибудь, а? Не переживай, все тебе. Золотые яблоки он ей выбросил! Ты смотри! Да что там за человек-то такой, продавец этот, а? Давай, печенька, ты следующая, не тяни кота за причиндалы. Изумрудик выкидывает, и он ей выбрасывает... Стак курицы жареной, Кать! Слушай, этого торговца все то, что люблю я. Это нечего... Дай мне кусочек курицы! О, 9 рвала. Все, печенька, ты смотри, какая очередь. Так, все, иди, ты стой в очереди, не надо толпиться. Так, давай, чпуньк, выбрасывай... Ты смотри, за один изумруд транспортная компания ему стак железа выкинул. Даже не стак железа, а стак железных блоков. Смотри. И вот и нафига тебе эти блоки железные, лучше бы мне оставил. Хотя мне они зачем. Ну ладно, это все равно хорошо, ну прям хороший такой товар. Хорошо, так, а пупку что он выбросит? А ну давай посмотрим. Мед? Ты нифига себе стак потели, сколько там блоков меда, посмотри. Ну все, у него уже точно ничего не осталось. Так, выйди на улицу, выйди на улицу, сейчас я у него спрошу. Так, остались, так, ну, наверное, еще остались, я-то откуда в душе чаю. Все, давай, заходи, начинай с ним торговаться. Только погоди, погоди, учитывая то, что вышла новая версия Майнкрафта, с этими продавцами, с этой версией можно торговаться только так, как с пиглинами. То есть выбрасываешь им что-то, и они тебе случайные вещи дают, понимаешь? А, то есть у него там, к нему нельзя зайти, получается, вовнутрь? Ну не, в смысле, если ты про то, что у него есть инвентарь, нет, раньше был, в новой версии его нет. Все, давай, начинай торговаться. А, ну как это хорошо, так, это сколько ему изумрудов-то давать, я даже не знаю, один? Два? Ну, держи один. Я не сколько, хоть столько дай, можно... Взял, вроде взял, ну давай, и что он выбросит? Что он выбросил? Трава. Фигня какая-то, подожди, на еще, мне не нужна трава. Ну, как, ну не повезло в первый раз, не повезло. Так, а это что? Мертвый куст. Слушай, ты не на ту напала, а? У меня изумрудов целая куча, гони мне что-нибудь нормальное. На тебе вот столько изумрудов. Ну? Слушай, да, мне кажется, что ему надо побольше вот это... Кожаные штаны он тебе выбросил, но это неплохо, кстати. Так, я так поняла, что ему нужно больше изумрудов, и он будет что-то нормальное отдавать. Ну хорошо. Да, чем больше изумрудов... 55! Сколько? Ты с ума сошла? За один раз 55 изумрудов, Кать! Что он выбросил? Два фиолетовых красителя! Это работает реально! Два фиолетовых красителя! Слушай, ну два фиолетовых красителя за 55 изумрудов, ну это же выгодно! Так... Целый стак сейчас ему дам, 64 штуки. Держи. Ты просто сумасшедшая, Кать. Ну ты ему только что два вот этих выбросила стака. А что? Подсолнух! Не, ну ребят, это уже нечестно. Подожди. Целый стак, один подсолнух. Так подсолнух, это же один желтый краситель получается. Зачем ты его выбросила? Ну хотя да, согласна. Ну вот. Давай дальше тогда. Еще 63. Так ты поменьше ему выбрасывай. Ты что такими порциями ему выбрасываешь, Кать? Играть так по-жесткому. Саженец дуба. Ты зависимая, это тебе надо... Ты как будто в казино пришла, ну ты помаленьку ему выбрасывай. Так, подожди, надо отыграться. Еще берем два стака изумрудов, сейчас мне обязательно повезет, держи. Сколько ты ему выбросила сейчас? 64. Сумасшедшая, просто Давай, ну! Что он выбросил? Деревянная мотыга, тогда себе забери ее обратно. Это так не работает. Еще 64. Так, ну ты выброси ему по 10 штук. Зачем так много, Кать? Ну ты же видишь, что тебе не везет, надо остановиться.
Дубовый забор. Слушай, это уже какие смешно. Ребят, ну какой дубовый забор нафиг? Какая трава, подсолнух? Ой, краситель, верните краситель. У меня осталось еще 3 стака изумрудов. Нифига, а сколько у тебя изначально изумрудов там было вообще? Я не считала. Так. Так, всё. Не, все, Кать, все. Я, как твой парень, я должен тебя остановить. Ты просрала почти все наши запасы изумрудов. Нет, все, извините, Тарас Спартакова, следующий. Все, на выход, давай, на выход. Я отыграюсь. Еще 64. Сумасшедшая просто. Давай. Что? На какой иглобрюх? Ну нет! Какой глобрюх, ребята! Все, это мой последний 2 стака изумрудов. Пожалуйста, ну хоть что-нибудь такой, ценное. Ты с ума... И что он сейчас выбросит? Алмазы! Не алмазы. Ну, я же говорю, мне везет. Ну везет же, ну. Так что это везет? Ты только что 10 стаков изумрудов выбросила за 3 алмаза! Так, ну у меня больше нет. Ну, слушай, ну, как бы... Ну, хотя бы немного отыгралось. Все же 2 фиолетовых красителя и 3 алмаза, это же тоже, ну, не пустое место получается. А если я выкину им 3 алмаза, то что мне в ответ? Да ты хотя бы алмазы не просира... Ну зачем? Ну зачем ты ему... Он же только изумруды принимает. Еще одна... Ну вот! Мотыга. Ну все, теперь у меня уже точно ничего больше нет. Ну, придется идти домой и изумрудный ёршик разбирать тогда. Нет! Ну, только не изумрудный ёршик! И вот это стоило вот того, чтобы все наши изумруды, которые я законным путем добывал у жителей, и которые ты у меня законным путем выиграла в предыдущей серии выживания? Слушай, ну, а что ты мне не сказал-то, что тут шанс такой маленький? Вон, у этих наркоманов Петровичей все такое отличное попадалось, и курица там, и мед, вот это все. А да. Чё мне-то так не везет? Ну, слушай, ну, не каждому в казино везет, учитывая то, что торговец выбрасывает случайные вещи, он же торговец, ну, видишь, он как-то ты не очень, да, не повезло тебе, Кать. Я сейчас вот этим ламом петарды засуну в одно место. И надо-то, так это же Майнкрафт, при чем здесь Майнкрафт? Это ты просто невезучая, а ты-то тут при чем? Нафиг, блин, я пойду спать. Давай, мы еще изумруды потом наторгуем, у нас же запросто изумруды получаются, там за минуту по стаку, все будет хорошо, Кать. Можно же надюпать их. Да нельзя уже дюпать, вышла новая версия Майнкрафта, в этой версии дюпать уже ничего нельзя, это исправили. Да фу, какая-то противная версия, это Майнкрафта новая, не везет. Не везет, Кать. Ну как говорится, что там не везет, в казино повезет в любви или что-то такое. Ну надеюсь. Ах уж это транспортная ядрить и околотить компания. Ну вот как, ну новая версия Майнкрафта вышла. Так, а может мне повезет, я не знаю. Так, ну выкинем ему тогда вот это иглобрюхо. Так может мне повезет, а ну. Ага. Ой, слушай, 2 стака. Ой, 3. Ой. Так, это сколько? Это 4, это 5 уже, это 6, это. Да. А я, походу, джекпот сорвал! Я джекпот сорвал с одного иглобрюха! Вот это подфартило, слушайте, вот это подфартило.